Получение дополнительного экономического образования – это объективная потребность в повышении общей экономической грамотности в современных условиях. Наши слушатели, как правило, имеют большой производственный опыт, и они почувствовали необходимость грамотных управленческих решений, которые принимаются прежде всего на базе развернутого экономического обоснования. На базе 5-летнего опыта обучения мы отобрали наиболее эффективные формы учебного процесса и определились с основным составом преподавателей. Мы нашли наиболее эффективные формы занятий, включая использование дистанционного обучения, то есть сейчас созданы все необходимые условия для того, чтобы активно расширять эту форму экономического образования. На базе Высшей транспортной бизнес-школы уже 5 лет проводится подготовка бакалавров по направлению экономика и менеджмент по программе второго высшего экономического образования. Обучение осуществляется на платной основе и ведется 3 года. Для обучения по программе второго высшего образования к нам могут поступать как специалисты, имеющие дипломы, так и студенты, имеющие незаконченное высшее образование. Специалисты и бакалавры, имеющие законченное высшее образование, могут поступать в магистратуру. Прием студентов осуществляется с 20 мая, начало занятий 8 сентября. Аудиторные занятия проводятся по субботам, и занятия проводят ведущие преподаватели Института экономики и финансов. Учебный процесс заканчивается защитой бакалаврских работ. Предлагаю вам посмотреть, как происходит защита бакалаврских работ выпускников второго высшего экономического образования по направлению экономика. Здравствуйте, уважаемые члены Государственной институтной комиссии. Тема моего диплома – это оценка экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Цель моей работы является рассмотрение сущности экономической безопасности, принципов ее обеспечения на предприятии, анализ финансово-экономической деятельности, определение возможных угроз экономической безопасности и разработка мер по их ликвидации. Будьте любезны, вот на последнем слайде у вас среди угроз названа такая, значит, неблагоприятная политика правительства по отношению к ГУПам. Да. Поясните, что это, в чем суть этой угрозы? Предприятие, которое я исследую, является государственным монетарным предприятием. И это является основной угрозой, потому что они не дают развития для туризма. Это очень сложное оформление документации, очень много нужно проходить инстанции, и они нам не позволяют развиваться дальше. Финансовый анализ мы проведем на примере предприятия ООО «ЛГОТСТРОЙ». ООО «ЛГОТСТРОЙ» – это компания с опытом работы в области строительства зданий и специальных сооружений. Финансовый анализ ООО «ЛГОТСТРОЙ» был проведен за два года. Будьте любезны, расскажите, какие риски финансовой деятельности этого предприятия вы видите на ближайшую перспективу? В результате того, что большую часть занимает дебиторская задолженность, то непогашение ее может поколебать финансовое состояние данного предприятия в перспективе. Здравствуйте, уважаемые члены институционной комиссии. Тема моей бакалаврской работы – анализ эффективности инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиций является наиболее ответственным этапом принятия инвестиционного решения. Целью данной бакалаврской работы является изучение принципов и этапов оценки эффективности проекта, а также определение основных показателей эффективности инвестиционного проекта создания дочернего общества ОРЖД на основе Петуховского литейно-механического завода. Скажите, пожалуйста, вот источник финансирования вашего проекта, который вы рассматриваете, кто деньги дает? ОРЖД. В базовом варианте рассматривается возможность заемных средств кредитных. За счет этого там уменьшается, соответственно, чистый доход. Уважаемые председатели, члены Государственной институционной комиссии. На протяжении всего существования налоговой системы налогоплательщики стремились снизить налоговые выплаты, и налицо противоречие между заинтересованностью налогоплательщиков в снижении этих выплат и заинтересованностью государства в пополнении бюджета и пресечении уклонения от налогов. По последнему слайду,
Охарактеризуйте, в чем отличие финансового и налогового учета? Сближать необходимо для того, чтобы в первую очередь данные для налогового учета могли брать из данных двух учета и, соответственно, не вести двойную работу. Какой срок окупаемости проекта и в данном случае чем он нравится? Срок окупаемости проекта меньше срока жизни объекта, по-моему, 1,47. Срок окупаемости немного больше года, для банка вообще 0,57, поэтому исключительно выгодный инвестиционный проект. После удачной защиты бакалаврских работ Высшая транспортная бизнес-школа организует торжественную церемонию по вручению дипломов государственного образца, подтверждающих получение звания бакалавра по направлению экономика. Торжественная церемония на вручение диплома по второму высшему образованию считаю открытой. Коллеги по цеху, просто дорогие выпускники, это ваш праздничный день и наш праздничный день, с удовольствием его разделяем вместе с вами. Мне очень приятно было с вами общаться. Вы сегодня получите диплом. Диплом – это ваш билет на поезд, который наверняка вас обеспечит дальнейшую профессиональную карьеру, обеспечит вам очень много достижений в жизни. И очень надеемся, что вы всегда будете помнить кафедру финансов и кредит, помнить институт экономики и финансов, помнить МИИ. Всех желающих получить уникальные качественные знания в области экономики и финансов по программе второго высшего экономического образования Высшей транспортной бизнес-школы МИЭФИ. Получение второго высшего экономического образования в МИЭФИ создает условия для вашего профессионального роста. Приходите к нам, мы вас ждем!